утро! Сегодня 25 апреля и с вами Камила Хакимуллина. Неделя в самом разгаре. Вечером в Казани будет происходить много всего интересного. Внимание к сюжетам! Концерт Кости Потапова «Оркестриум». Актер, поэт и фронтмен группы Пастернак привезет свой «Оркестриум», в котором автор соединил лучшее из музыки и театра. «Оркестриум» — сплетение поэзии и театра, хип-хопа и неоклассики, монологов и мелодикламации. Это биты и рифмы, герои и истории, концерт и спектакль. Спектакль «14 писем к». Человек может столкнуться с обстоятельствами, которые сильнее его, но самое главное – не терять веру. Спектакль расскажет историю одного мальчика, который за 10 дней познает жизнь во всех ее радостях и горестях и пишет немного наивные, смешные и трогательные письма, делясь открытиями каждого дня. Разнообразный получается вечер, не правда ли? Но движемся далее. Становится все теплее, и я хочу посоветовать вам прекрасную экскурсию. Смотрим! Вечерняя Казань. Вы проедете по наиболее ярко и красиво подсвеченным улицам города, по мосту Миллениум и Ленинской дамбе. Также вы увидите таинственную панораму ночного Кремля, роскошный дворец земледельцев, площади и парки, освещенные старинными фонарями, современный футбольный стадион «Казань-Арена» с самым большим в Европе медиафасадом, дворец водных видов спорта, словно перенесенный из древней казанской легенды центр семьи «Казан». Все это не оставит равнодушным даже самого искушенного путешественника. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего. Но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Пока-пока!